ребят! И сегодня необычное видео, потому что это коробка. И сегодня мы будем открывать посылку Horsebox. И мне нужны ножницы. Магия! Все, мы открыли коробку. А в следующий раз мы будем открывать дальше. На следующей неделе. Да. Что случилось дальше? Смотри на Новый год. Ой, а там внутри красивая свиночка. Где? Да. Коробка. А внутри еще одна коробка, а внутри еще коробка. А там сверх. Маленькая коробка и один подарочек лежит. И это с 1 апреля. Умею я анбоксить. У Влада, Влада, научись. Смотрите, какая тут печатка. И сейчас мы развяжем эту хрень. Ножницы! Все. Мне страшно. Мне что-то реально страшно стало. А внутри еще одна коробка, дайте угадаю. Да, там внутри еще одна коробка. Смотрите это видео до конца и не перематывайте. В конце будет конкурс на такую коробку. Первое, что я достаю, самое маленькое, это календарик. Второе, что я достала, это вот такое зеркальце. Как там эти бьюти-блогеры? Да, да. Зеркальце с лошадкой. Так. Дальше. Недоуздок. Размер фулл. Подождите, секунду. Это, короче, Миконькина вырос, недоуздок. Так, дальше жрачка. Мармеладочки. Мармеладки Харибо. В форме лошадок. Еще я вот такой брелочек в виде трензера. Хавка конячья. Ой. Это сахар. Это сахар в виде сердечек. Напугал. Это ликит с кошара обрубовала крафтовую бумагу со вкусом черники. Это шарфик. Я симпатяшка. Он такой мягкий. Ого! Динамо. Заводовое. Ну, это просто все надо. Это очень наглая куча. Куча, куча, скажите пару слов о посылке. Она сейчас цепится. Короче, сейчас я вам расскажу условия конкурса. Первое, это подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, а также вступить в мою группу ВКонтакте, подписаться на мой Инстаграм и Твиттер, также вступить в группу Horsebox, ссылка все в описании останется, и вообще все условия в описании останутся. Вы сможете получить бесплатно такую же коробку, как у меня. Итоги конкурса 8 марта. И с вами была я, Ксения Кузнецова, всем пока.